Георгий Черданцев. И со мной сегодня мой коллега Константин Генич. Куда? Вот интересно твое мнение, Константин. Опять-таки игрок из твоего любимого испанского чемпионата. Вот Хамес. У них ставка на высокий прессинг будет, судя по всему. Это смелое решение. Уверены в себе они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересная. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам сложно придется. И нужно быть готовым к тому, как состав Баварии. Какая скука. Неужели нельзя было выбрать схему поинтереснее? Ау. Посмотрел бы я на тебя в роли тренера. Как состав Баварии. Какая скука. Неужели нельзя было выбрать схему поинтереснее? Ау. Посмотрел бы я на тебя в роли тренера. Как состав Баварии. Какая скука. Неужели нельзя было выбрать схему поинтереснее? Ау. Посмотрел бы я на тебя в роли тренера. Состав Баварии. Какая скука. Неужели нельзя было выбрать схему поинтереснее? Ау. Посмотрел бы я на тебя в роли тренера. Как состав Баварии. Какая скука. Неужели нельзя было выбрать схему поинтереснее? Ау. Посмотрел бы я на тебя в роли тренера. Как состав Баварии. Какая скука. Неужели нельзя было выбрать схему поинтереснее? Ау. Посмотрел бы я на тебя в роли тренера. Игра началась. Смотрим. Дэви Классен. Мяч в аут ушел. Есть время и пространство для навеса. Навешивает в штрафную. Есть там кому сыграть. Игра началась. Смотрим. Дэви Классен.